Всем привет, с вами снова Игризот и уроки по OpenGL. Я решил немного доделать игру, че анимацию, которую мы сделали с вами на прошлом уроке, превратив ее в игру. Итак, сначала, прежде всего, нужно поставить определенную цель. Наша цель. Когда игрок нажимает левую кнопку мыши, то круги начинают идти от курсора. Даже если он движется с нажатой кнопкой мыши. Итак, мы поставили цель. Давайте попробуем ее осуществить. Мы заговорили о мыши. Значит, у нас будут конкретные координаты. Мы должны где-то их сохранить. Float x равно 0. Float y равно тоже 0. Так, и так вот объединим. Дальше нам нужна логическая перемена, которая отвечает, нажата или не нажата у нас кнопка. Bool down. По умолчанию сделаем равно false. Что у нас следует далее? Во-первых, мы убираем изначальное создание кругов. Нам вообще рандом не понадобится. Так, тут пока оставим. Поскольку нам рандом уже не нужен, удаляем ненужные библиотеки. В таймер 2 мы будем создавать уже в конкретных координатах x и y. Радиус будет постоянный 10. Так, отлично. Сделаем только его почаще. Например, не 1000, а 80. В два раза больше, чем таймер 1. 80. Урок 8. Так, теперь нам нужно, собственно, создать функции, которые будут работать с мышью. Void. Mouse. Pressed, то есть когда мы нажимаем кнопку 4 параметра, как вы помните, in button, in state, int ax, int ay. Определяем значение переменной down. Она будет равна button. Равно glut left button или и state равно glut left. То есть если мы нажали левую кнопку и именно нажали, а не отпустили, то устанавливаем down true. И если у нас нажато, выполнилось условие, заносим переменные координаты x равно ax, как равно ay. И теперь void mouse move pressed, два параметра int x, int ay. То есть передвижение мышки в зажатом состоянии. Значит, мы тут просто будем if down. У нас и так будет if down. X равно AX, Y равно AY. Давайте все-таки внесем условия, потому что мы можем нажимать еще и другую кнопку. Так, отлично. Зарегистрируем функции. Glut motion func. Это у нас движение в зажатом состоянии. Функция mouse move pressed. И glut mouse func. Это просто. Это нажатие отпускания. Функция mouse pressed. Давайте протестируем. Хотел еще изменить цвет. Красный плохо видно на видео.
сделаем желтый. Итак. Ага. Вот, смотрите, что у нас тут получилось. Добавление. Мы с вами... Да, нужно прописать условия if down. Так, if down. То есть, если нажали, то только тогда создаем круги. Итак, возникают проблемы. Видим, что у нас не работает нужная мышь. Это все связано с этой строчкой. Мы помним, что мы установили центр координат в середине экрана, а при работе с мышью мы должны устанавливать в левый верхний угол. Но нам не придется переписывать весь код, просто мы будем немного корректировать значения. Минус win вид пополам, то есть обратно сносим минус win high пополам, и тут точно так же. Так. Минус win вид пополам, минус win high пополам. Тем не менее, еще одна проблема получится. Мы видим, что действует в перевернутом виде относительно оси Y. Это все из-за того, что у нас перевернуто должно быть. Помните, когда мы работали с мышью, у нас было от 0 до win вид и от win high до 0. То есть нам нужно просто поменять знаки. Так, минус. Отлично. Все работает. Все прекрасно. Единственное, что я бы сделал, это вот где мы удаляем вот if и alpha функции 0. Поменьше бы сделал условие, то есть чтобы было ощущение, что он растворяется. Так, отлично. Все. Тут вот так. Давайте еще что-нибудь нарисуем. Так. Все работает. Ну что ж, вот такое небольшое дополнение. С вами был Игризот. Подписывайтесь на мои новые видео. До новых встреч!